В Управлении по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации обратились две женщины, прибывшие из Донецкой Народной Республики. Сотрудники миграционной службы полиции помогли им подготовить все необходимые для этого документы. Позже в зале Института Конфуции Дальневосточного федерального университета состоялась церемония принесения присяги. Клянусь соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации. Также женщины поклялись исполнять обязанности гражданина Российской Федерации, быть верными России, уважать ее культуру, историю и традиции. Сразу после принесения присяги начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю Владимир Чекменев в торжественной обстановке вручил женщинам российские паспорта. Я очень рада, что сейчас волей судьбы я получаю такой важный для меня бесценный документ. Первый раз его получала, когда принадлежала я к Союзу Советских Социалистических Республик. И тогда, еще со школьной семьи, я помню, что это дубликат бесценного груза. И он сейчас для меня является. Спасибо всем, что я этот документ получила. Артем Белов, Анна Дьякова, новости на восьмом.